Наша основная задача – это отбоксировать достойно на уровне, потому что в будущем это как бы наш толчок, если перспектива на дальнейшее покорение вершин. Не только Россия, а также и Беларусь, и заграничные страны, такие же как Мека тайского бокса – это Таиланд. То есть это первый будет большой шаг приближения к вершине тайского бокса.